Видео представлено сайтом onlinegdz.net, номер 903. Решите уравнение. Итак, уравнение А. 5х минус 1 умножить на 2х плюс 1 минус 10х в квадрате равняется 0,8. Упростим левую часть уравнения. Откроем скобки. Перемножим два двучлена. Итак, мы получим 10х в квадрате плюс 5х минус 2х и минус 1. Минус 10х в квадрат равняется 0,8. 10х и минус 10х в сумме дают 0, слагаемые взаимно уничтожаются. Получаем линейное уравнение. 5х минус 2х минус 1 равняется 0,8. По правилу решения линейных уравнений перенесем число вправо, а слева ставим переменное. 5х минус 2х равняется 1 плюс 0,8. 3х равняется 1,8. Х равняется 0,6. Ответ 0,6. 18х квадрат минус 9х плюс 2 умножить на 2х минус 1 равняется 1. 18х квадрат минус, оставим скобки, а в скобках мы раскроем скобки, умножим 2 двучлена. Будет 18х квадрат минус 9х плюс 4х минус 2 равняется 1. Откроем скобки, перед которыми знак минус, то есть поменяем знаки на противоположные. Получим 18х квадрат минус 18х квадрат плюс 9х минус 4х плюс 2 равно 1. Приведем подобное. 18х квадрат и минус 18х квадрат взаимно уничтожаются. Получаем линейное уравнение. 9х минус 4х плюс 2 равняется 1. 5х равняется минус 1. Х равняется минус 1/5. Можно записать в виде десятичной дроби 0,2. Ответ минус 0,2. Больше видео? Подписывайтесь на наш канал.